Олимпийский характер. Есть в спорте люди, о которых и не скажешь по-другому. Такова Людмила Турищева, неоднократная чемпионка мира, прославленная советская гимнастка. Оставив большой спорт, Турищева из спорта не ушла. Она стала тренером, продолжает учиться в аспирантуре Ростовского пединститута. Все, что знает, умеет Людмила, старается передать этим маленьким упрямым девочкам из 7-й спортивной школы города Ростова-на-Дону. И она когда-то начинала вот так же. Сегодня Людмила Турищева готовит олимпийскую смену. Как знать, может быть, это и есть наши олимпийские надежды.